Здравствуйте! В эфире программа «На женской половине». Сверкающие таинственные камни и минералы живут рядом с человеком уже многие тысячелетия. Во все времена признавалась не только их красота, но и магическая сила. Из них делали амулеты, обереги, талисманы, использовали для изгнания злых сил и для лечения. Знатные люди самых разных исторических эпох питали особую любовь к драгоценным камням. И это не случайно, потому что они указывали на их статус и богатство. Выбор камня сопровождался особыми ритуалами и следовал традициям и правилам хорошего тона. Сегодня, как и во все времена, интерес к камням неподдельный. И вряд ли найдется человек, который бы не восхищался их красотой. О драгоценных и полудрагоценных камнях, о том, как они влияют на нашу жизнь, нам сегодня расскажет кандидат технических наук, минералог, астролог Катерина Сават. Здравствуйте, Катя. Ирина, здравствуйте. Спасибо вам большое за то, что вы в своем плотном графике нашли для нас время. И сегодня здесь у нас на женской половине. Будем говорить о минералах, о драгоценных, полудрагоценных камнях и о том, как они влияют на нашу жизнь. Но сначала я бы хотела спросить, скажите, Сова – это фамилия или псевдоним? Если псевдоним, то почему именно такой? На самом деле у меня действительно это псевдоним, хотя на Украине это достаточно широко распространенная фамилия. Связан для меня этот псевдоним с таким именно личным для меня отношением к животным. Я очень люблю животных вообще и в частности сов, потому что я считаю, что из всех птиц сова – это самое красивое, самое оригинальное животное, самое пушистое, красивое, самое уникальное с точки зрения науки, потому что, кстати, вот научный факт, на основе слухового аппарата совы делаются локаторы. В Германии есть в одном из университетов в Ахене кафедра, на которой изучается слух сов, и там создаются определенные устройства для эхолокации. Вы минералог и как нельзя лучше нас всех знаете о камнях буквально все. Скажите, пожалуйста, когда человек камни и минералы стал использовать в качестве украшений? На самом деле история развития человека, она отлично прослеживается по степени освоения богатств земного шара, именно минеральных богатств. Потом человека всегда привлекали минералы тем, что минерал – это то, что в нашей жизни из неживой природы растет и развивается по законам живой природы. Минерал может умереть. Например, бирюза, если ее хранить в комнате, где очень сухой воздух, она теряет воду, она меняет цвет, и из такого вот прекрасного голубого, синего цвета, она становится сначала зеленой, это старение бирюзы. Если у кого-то бабушкины вещи сохранились, то вот можно увидеть, как поменялся, поменялся цвет. Она может стать совсем беловатой. И, в принципе, камень уже считается умершим. Он мертвый, он высушенный. Из него уходит как раз вот именно то позитивное, то хорошее, что бирюза может дать семейному счастью. Потому что бирюза – это камень, который охраняет семейный дом, кстати. А также минералы, они растут. Если мы говорим о, например, вот таком кристалле, есть и в науке такое понятие, которое называется рост кристалла, скорость роста кристалла. Человек растет, его возраст увеличивается, кристалл растет, он увеличивается в размерах, может меняться его, например, частота и прозрачность в зависимости от условий, в которых он образуется. Но минерал, он живет и развивается по примерно, ну, сопоставимым законом с тем, как развивается именно живое существо. Поэтому минералы своей красотой, игрой света, прозрачности, они всегда привлекали внимание человека. Это один из самых древнейших спутников нашей цивилизации. Получается, что камни, которые мы привыкли называть неживыми, они и растут, и развиваются, и говорят еще, что камень имеет память. Действительно ли это так? Да, это действительно так. Но вот если даже мы обратимся опять-таки к научному факту. Силиконовая долина, силикон, кремний, кристаллы кремния сохраняют память. А если мы говорим о каких-то кристаллах, которые наиболее распространены вокруг нас, что у нас является минералом того же самого кремния? Это кварц. Это горный хрусталь, это прозрачный камень, который позволяет человеку достигнуть своего намерения, если мы говорим об этом камне, как о талисмане. Это также аметист, который, кстати, очень интересный талисман,
Этот камень может позволить человеку, который работает в судебной системе, в системе правосудия, может позволить ему сконцентрироваться на работе и делать свою работу таким образом, чтобы она потом не вызывала у него определенных сожалений. Mm-hmm. То есть эти камни, они имеют память, они хранят ту информацию, которая на них заложена. Все старые камни, исторические камни, алмазы, рубины, изумруды, сапфиры, с ними связано множество легенд и им приписывают определенную энергетику. Это действительно так, потому что камни драгоценные, к которым относятся как раз алмаз, изумруд, александрит, рубин, сапфир, они сохраняют энергетику очень долго. Например, деревянный талисман, он не будет хранить энергию долго, как именно талисман, приносящий в дом удачу. А камни могут хранить память о тех событиях, в которых участвовали веками. Кстати, по поводу ценности камней. Вот какие камни называют драгоценными, а какие полудрагоценными? В чем, собственно, их разница? И какие камни являются самыми популярными? Если делить все минералы, которые используются человеком в ювелирной промышленности, в поделочной, как талисманы, на определенные группы, то существует классификация, которую в настоящее время используют очень широко в нашей стране, ввел ее академик Ферсман. И эта классификация основывается на том, что к первому классу, то есть к камням драгоценным, относятся в первую очередь, естественно, алмаз, это изумруд, это сапфир, рубин. Это также александрит, который сейчас используется все реже и реже. И эти камни для того, чтобы обладать высокой стоимостью, высокой ценностью и именно являться, например, предметом, который с поколения в поколение передается, они должны быть значительного размера, они должны быть очень чистые, они должны быть высокой прозрачности. Камни полудрагоценные или камни, которые относятся ко второму классу драгоценных камней в этой классификации, сюда относятся аметист, сюда относятся бирюза, сюда же также можно отнести гранаты, сюда можно отнести аквамарины, сюда можно отнести бериллы, сюда относятся камни, которые являются по большей части своей прозрачными камнями и которые также являются камнями достаточных размеров и тоже высокой чистоты. Но, кстати, если, например, аметист очень чистый, очень большой и красивый, то, в принципе, по ценности он может быть сопоставим с первым классом. Да. А к какой категории минералов, вот, драгоценных или полудрагоценных, мы можем отнести, например, оникс, опал, кошачий глаз, я не знаю, там, яшму, вот такие вот камни, которые любимы все-таки многими женщинами. И, кстати, очень правильно, любимы. Это третья категория драгоценных камней, которую называют очень часто поделочные камни. Хотя, например, вот тот же самый тигровый глаз, который известен своими переливами, похожими в круглой форме при огранке на глаз животного. Соколиный глаз, он будет более темный. Также еще у нас есть кошачий глаз серого или серо-зеленого оттенка. Эти камни всегда считались хранителями семьи, хранителями человека от негатива из глаза. Считается, что как раз глазковые камни, их относят к группе глазковых камней, они защищают человека от негатива, от негативных воздействий, от зависти, от злости, от соседей и от всяких подобных вещей. То есть это камни-хранители дома и хранители судьбы. Оникс также, как такой вот камень, как прекрасный наш тигровый глаз, он также защищает от негатива, от злости. Прекрасный талисман и защитник. У нас здесь есть оникс, Катя? А оникс у нас должен быть вот в этом кольце. Это темный непрозрачный камень. Очень часто ему дается вот подобного рода огранка. Эта огранка показывает как раз многогранность его воздействия. Очень красивый камень, прекрасно смотрится и в серебре. И, кстати, вот этот камень подходит также для огранки в желтое золото. Камень подходит и женщинам, и мужчинам. То есть это камень-универсал-хранитель. Яшма – один из моих самых любимых камней. Яшма – это тот минерал, который в природе присутствует в многообразных просто проявлениях. Вот посмотрите, например, вот это. Это яшма, так называемая фигурная. Вот один вариант ее расцветки. Это камень, который, да, он не просто красивый, он веселенький. Про него вот хочется именно так сказать. Он приносит в дом радость, он приносит в дом счастье, он приносит в дом веселье. И вообще как раз яшма – это тот камень, который всегда можно порекомендовать женщинам. Это камень-друг, камень-спутник, камень, который также очень красив в разнообразных подделках. Вот это тоже все яшма. Это тоже яшма. Какая красота.
Яшма может быть представлена разнообразной вообще цветовой палитрой. И очень красивы все изделия, все предметы, которые делаются из яшмы. Вы знаете, сейчас же у нас очень популярно, когда посуда делается из камня. Ступочки, рюмочки, чарки. Вот, кстати, считается, что если мы пьем из, например, нефритовой чашки, мы продлеваем свою молодость. Также нефритовая чашка или чашка из яшмы, она позволяет определить, не отравлен ли тот напиток, который вам преподносит гость. Это древняя легенда. Считается, что если вы пришли куда-то в гости, и вы можете прийти вот со своей вот этой чаркой, чашкой, и определить, если напиток, который туда наливается, меняет свой цвет, это именно легенда, конечно, то в таком случае то, что вам преподносится, лучше пить не стоит. Катя, говорят, что лучшие друзья девушек – бриллиант. Вот скажите, пожалуйста, почему этот камень так крепко завоевал сердце, причем не только женщины, но и мужчины? Почему бриллианты называют слезами, а, например, не капельками росы? Бриллиант или алмаз – очень интересное природное образование. То есть каждый из нас знает, например, что такое графит. Каждый из нас знает, что такое алмаз. Но не каждый из нас знает, что и то, и другое является разновидностью самородного углерода. То есть у них разная кристаллическая решетка, поэтому, соответственно, разные, соответственно, свойства и стоимость, конечно же, и внешний вид, и прочие потребительские свойства. Но это очень плотно упакованный углерод. Этот камень интересен тем, что, во-первых, он достаточно прочный, и поэтому многие из исторических камней, из исторических реликвий, которые известны нам с исторических каких-то фактов, легенд, историй, они сохранились, они находятся, например, у нас в стране в оружейной палате, в алмазном фонде. То есть это те камни, которые могут быть пронесены через века без изменений. Также камень этот интересен тем, что он может сохранять в себе историю, энергетику. И если вам из поколения в поколение передается какое-то ювелирное изделие с этим камнем, то нужно перед тем, как носить его и пользоваться им, посмотреть, не было связано ли с ним каких-то очень неприятных историй. А почему слезами все-таки называют бриллианты? Вспомните, как открывались первые, самые широко известные месторождения алмазов. Алмазная лихорадка. С какой бы страной это ни было бы связано. Например, если мы говорим о Южной Латинской Америке. Месторождение открывалось, оно строилось на крови буквально в прямом смысле слова, на рабском труде. Очень многие люди сходили с ума в поисках своего драгоценного счастья. Очень многих убивали для того, чтобы завладеть ценными камнями. То есть большинство первых крупных исторических камней, которые были добыты, например, из россыпей, они несут на себе очень часто негативную энергетику. Поэтому слезы, с ними связано очень много неприятностей. Неприятностей, которые происходили не с одним человеком. Когда с одним и тем же камнем, например, он попадает к одному человеку нечестным путем, к следующему также не очень энергетически правильно, например, его украли или убили предыдущего владельца, такой камень сам по себе, он слезный камень, он не может приносить удачу. То есть он подходит не всем, и не каждый, кстати, может справиться с энергетикой алмаза. То есть не для каждого человека алмаз может стать талисманом, защитником, даже если перед этим это была какая-то семейная реликвия, у которой есть определенный свой положительный семейный путь. Я знаю, что помимо того, что вы минеролог, достаточно известный в Москве, ученый, вы еще и серьезно занимаетесь астрологией. Скажите, пожалуйста, насколько взаимосвязаны астрология и минералогия? Давайте теперь поговорим о том, какие камни какому знаку зодиака подходят. Действительно, каждому знаку зодиака или каждой стихии знаков зодиака соответствуют определенные камни и соответствуют определенные талисманы. Камням, которые обладают своим внутренним определенным темпераментом, соответствуют огненные знаки обычно. Также, кстати, еще стоит сказать, что не только зодиакально талисманы относятся к людям, как помощники, как какие-то поддерживающие силы. Стоит еще сказать о том, что талисман может выбираться не только по знаку зодиака, а по деятельности человека, по тому внутреннему желанию, которое человек хочет достигнуть. Мужчина это или женщина, состоит в браке или нет. Поэтому, когда даже астролог выбирает астрологический талисман, он смотрит на много факторов. Самые популярные в ювелирном деле камни распределены по знакам зодиака, оказывая благотворное влияние на людей, родившихся под тем или иным созвездием. Об этом более подробно в рубрике «Гороскоп». Талисманы 2013 года по знакам зодиака. Овен.
В этом году овнам поможет в достижении цели алмаз, в достижении удачи в любви рубин. Для привлечения удачи, обретения душевного спокойствия ваш талисман – аквамарин. Телец. Сапфир принесет нотку страсти в личную жизнь тельца в этом году. Бирюза даст гармонию в семье. Мужчине-тельцу ониксовые фигурки на рабочем столе помогут избежать интриг конкурентов. Близнецы. Агат поможет близнецам в карьере и поиске работы. Берилл – прекрасный подарок для близнеца в этом году, особенно если вы хотите сделать этот подарок и укрепить свои отношения с близнецом. Рак. Изумруд – талисман 2013 года для раков, подходящий для любых дел. Обратите внимание на фамильные украшения, которые достались вам по наследству. Селенит – талисман семейного рака в этом году. Лев. Льву для повышения собственной привлекательности и достижения гармонии в личных отношениях подходит алмаз и хризолит. Топаз – отличный помощник в карьере. Янтарь сохранит домашний очаг в этом году. Дева. Нефрит разбудит чувственность девы и их партнера. Кошачий глаз защитит деву от сглаза и зависти конкурентов. Поможет получить повышение на работе. Весы. Жемчуг привлечет новых людей в вашу жизнь. Вы эту встречу не забудете никогда. Также жемчуг поможет вам в любви. Зеленая яшма защитит дом весов и их близких от негатива. Горный хрусталь выведет вас на новый карьерный уровень или поможет сменить направление деятельности. Скорпион. Коралл – талисман женщины-скорпиона в этом году. Коралловые бусы – ваш незаменимый помощник в течение всего года. Аквамарин – талисман путешествующих или тех, кто часто бывает в деловых поездках. Стрелец. Золотистый топаз поможет в достижении материального благополучия целеустремленным стрельцам. Аметист привлечет в вашу жизнь желаемых партнеров в любви и бизнесе. Козерог. Черный оникс – незаменимый помощник Козерога в достижении цели в 2013 году. Рубин и соколиный глаз помогут устранить различные препятствия в любви. Водолей. Циркон – талисман 2013 года для Водолея. Гранат сделает вас неотразимым в глазах противоположного пола. Рыбы. Александрит поможет рыбе сделать выбор и провести важные переговоры. Также пройти собеседование поможет в карьере. Аметист привлечет в вашу жизнь новую любовь. Сапфир защитит рыб от козней завистников. Катерина, спасибо большое за такую информацию. Я думаю, что наши телезрители обязательно возьмут себе на заметку, какой камень приобрести, кому что подарить и, в общем-то, как себя вести с теми камнями, о которых вы только что сейчас говорили. Вопрос такой. Издавна к камням относились не только как к украшениям, но и к предметам, которые могут исцелить. Сегодня такая наука или учение, как литотерапия, набирает силу. Расскажите, пожалуйста, чем занимается литотерапия? О чем она, собственно? Литотерапия. Она может быть разделена на, сугубо говоря, две половины. Во-первых, литотерапия – это все-таки вспомогательный процесс, то есть какое-то серьезное лечение, конечно, нельзя заменить полностью литотерапией. Это, как минимум, неправильно. Человек, который увлекается именно литотерапией и только ей, он может очень серьезно запустить какую-то болезнь. Но литотерапия, она незаменима как вспомогательное лечение. Изначально она в древние времена была похожа на несколько разнообразных вещей. Вот я, например, могу рассказать исторический факт. Одного из римских пап от проблем с желудком лечили толченым изумрудом. Понятно, что он прожил недолго. Потому что, естественно, этот изумрудный порошок, он ему добра не принес. Считалось, что изумруд именно помогает от таких заболеваний. Но в то же время есть очень удачные, хорошие, успешные результаты, которые говорят о том, что, например, лечение больной спины нагретыми камнями. Вот есть такая процедура, она сейчас очень популярна, когда берутся нагретые округлые, обточенные камни, они нагреваются до определенной температуры, и после массажа человеку кладутся на проблемные зоны. А какие именно камни? Это же не булыжники такие? Нет, конечно, это зависит от мастера. То есть это может быть, например, нефрит, это может быть камень,
которые называются большой группой галька. Это может быть ониксовые образования. То есть это могут быть различные камни. Самое главное, чтобы температура нагрева, во-первых, она подбирается мастером такой, чтобы камень не развалился от термической нагрузки. И, во-вторых, она подбирается такой, чтобы не навредить самому человеку. Также считается, например, издревле, что нефрит оказывает омолаживающее воздействие на человека. Можно пить из нефритовой чаши, и очень популярны в Китае нефритовые массажеры для лица, когда такой валик на маленькой ручке должен кататься по лицу. Он восстанавливает упругость, он восстанавливает молодость кожи, ну и, во-первых, сам по себе массаж, он, в общем-то, всегда оказывает положительное воздействие. Тоже исторический факт. Различные заболевания одно время до того, как были изобретены антибиотики широкого спектра, лечились соединениями и производными мышьяка. Поэтому в древние времена толченый мышьяк в определенных пропорциях добавлялся иногда, во-первых, как привычка человека к противоядию, потому что вы знаете, что существовало такое достаточно популярное мнение, распространенное в средневековье, что если пить постоянно микродозы, то организм становится устойчивым к этому воздействию. С одной стороны, да, с другой стороны, некоторые вещества в организме накапливаются и через какое-то время начинают негативно воздействовать на тот же организм, это называется эффект накопления. Также очень часто лечение камнями происходит следующим образом. Это очень распространено в восточных странах. Чаша или определенный чан, или ванна, как ее можно назвать, выточенная целиком из какого-то минерального образования. То есть понятно, что это не драгоценный камень, это будет поделочный камень. Это могут быть тот же самый нефрит, опал, это может быть тот же самый кварц, это может быть камень, который относится к производным кварца, который не обладает такой высокой стоимостью, чтобы эту ванну не разбили по кусочкам, и принимать ванны с температурой тела, которая близка к температуре тела человека. Считается, что происходит омоложение организма, то есть из него уходит усталость, из него уходит напряжение, человек расслабляется. В первую очередь литотерапия, она современная, она направлена на расслабление человека. Спасибо большое. Я думаю, что к литотерапии тоже обратят внимание и взор наши телезрители. Ну и в заключении программы совет от минеролога, кандидата технических наук, астролога Катерины Сова. Если вы выбираете какое-то ювелирное украшение, если вы выбираете его как талисман или просто ювелирное украшение, во-первых, никогда не покупайте то, в чем вы сомневаетесь, потому что, возможно, это ваша интуиция говорит вам о том, что это изделие, этот камень, эта оправа, этот металл, он не для вас. Также обратите внимание, естественно, на то, насколько ценность изделия соответствует тому, что вам предлагают за эти деньги. Это также немаловажный момент, чтобы потом у вас не было осадка, когда вы будете носить это кольцо и думать, что вы в 10 раз за него переплатили. Потому что вот это ваше нехорошее настроение, отношение к этой вещи, камень, который находится в этом кольце, запомнит. И он не принесет вам удачи, а скорее наоборот, может расстроить какие-то ваши планы. Покупайте то, что вам по душе. Выбирайте то, что вам нравится. И обязательно прислушивайтесь к тем историям, которые не могут соотноситься с теми вещами, которые перешли к вам из других рук, из другого поколения. Катерина, спасибо большое за участие в нашей программе. Спасибо за интересный рассказ. Я вам желаю, чтобы звезды сопутствовали вашей удаче и вашей жизни, а камни сподвигли вас на новые открытия. Всего вам самого доброго. Спасибо вам большое, было очень приятно с вами общаться. Я надеюсь, что наша передача была не только интересной для тех, кто нас слушал, но и полезной. Познавательной, конечно же, обязательно. Спасибо большое, Катя, всего доброго. Всего доброго. Минералов и драгоценных камней очень много. Одни нам приносят радость, удачу, успех, любовь. Другие буквально делают нашу жизнь невыносимой, меняют человека, рождают в нем злость, зависть, алчность. Один известный ювелир сказал, что неважно, какой камень, даже неважно, какая у него оправа, самое главное, чтобы он светился изнутри и был подлинно красив для того, чтобы считался истинным сокровищем. Я думаю, что эти слова можно отнести вполне и к нам, людям, мужчинам и женщинам, которые эти камни покупают, дарят и носят.
Это была передача «На женской половине». Я, Ирина Бреусова, прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго.